Яркие, нарядные, бесконечно счастливые. Сегодня, 25 мая, они выпускники лицея имени Лобачевского КФУ. Все учителя, родители, близкие отправляют их в новую взрослую жизнь. Традиционно в этот знаменательный день все друг друга поздравляют и благодарят как выпускники учителей, так и сами преподаватели и родители своих ребят. И вот прозвенел долгожданный последний звонок для выпускников лицея имени Лобачевского. Небольшие классы, узкие парты, бесконечная домашняя работа – все это уже позади. Осталось последнее испытание перед свободным плаванием, сдача экзаменов. Пока молодые ребята думают о прекрасном будущем, давайте узнаем у них, чем же запомнились им школьные годы. Одноклассницы, замечательные учителя, которые научили многому. Мы прошли вместе достаточно много сложных вещей и остались только самые шикарные воспоминания. Очень много хороших людей, из которых я совершенно точно запомню и совершенно точно с ними еще не раз пересекусь. Естественно, было много неприятных моментов, но как бы они без них никак. Ну, во-первых, это школьный бал, который проводится каждый год у нас в ратуше, где все девушки в красивых платьях. Я в лицее приобрела очень много друзей, очень много веселых моментов, которые мы потом будем вспоминать всю жизнь. Запоминается каждый день буквально, потому что действительно все детство, все подростковое время, оно такое насыщенное. Я думаю, школьный год я буду вспоминать долго, потому что, ну черт, это знакомство с прекрасными людьми, с которыми я надеюсь, что я буду общаться и потом. И учителя, это же первые наши наставники. В университете не будет такого, в университете моды на самим себе. А школа – это огромная школа жизни. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюз.